Короче, если ты хочешь именно нож, то я думаю, бесполезно. Ой, именно золотой айтем, бесполезно открывать перчаточные. Перчатки очень сложно падают. Да. Поэтому, ребята, у нас сегодня капец челлендж. Ну ладно, посмотрим. 30 тысяч у меня на это дело сегодня выделено. Я очень надеюсь, то, что это дело у нас обойдется одним стримом. Я надеюсь, чтобы выбить перчатки, мне хватит 30 тысяч рублей, посмотрим. Короче, давайте так, мужики, 4 тысячи лайков добиваем, 5 кейсов фастом открываю, погнали. Сейчас блин, хочу перчи, давно перчи не убивал. Погнали. Здорово, мужики. Сколько у тебя времени? У меня МСК, время. Ой, все пролетает! Куда? Я балди. Погнали. Приятного аппетита, Саса. Да, Саша, приятно, я слышу, как она ложкой тоже долбит. Извините, спасибо. Да, у меня там не шумит ничего, там у меня дверь за окном, а то на распашку. Не, нормально. Промо был на пол? Не, пока не было. Пока только начали кейсы открывать, ребят, погнали. Блин, ну выбить перчатки это очень... Почему? Почему вот реально... Нет, понятно. По идее, перчатки это что-то отдельное от ножа. И как бы по логике у них с ножом должен быть одинаковый процент. Но мне кажется, вообще ни хрена не так. Мне кажется, перчатки прям реально гораздо сложнее будет. Привет, ребята. Мне кажется, надо какому-нибудь человеку сделать видос, взять, короче, все скины, то есть именно всех качеств, всех статреков, и почитать, какой кейс содержит самые окупаемые скины, разделить на цену кейса, и, короче, знаешь, то есть математический расчет, чтобы почитать самый выгодный, то есть, мне кажется, им бабла бы. Ну так сделай, 1 000 000 просмотров. Ну это вообще тяжело, это столько дата-данных всяких. Что-то гейп-фолловер такой. Мне кажется, то, что такое надо с пруфами записывать, с открытиями. Ну так, по мелочи там. Пару тысяч кейсов открыть для полной статистики. Ребята, меньше 100 лайков не хватает. И 5 кейсов фастом открываем. О! Ура, блин, 30 рублей. 30 рублей, это бомба. Ладно, полетели. 5 кейсов фастом, давайте попробуем. Первый. Ясно? Будет весело, если каких-то из первых кейсов реально все весь челлендж закончится. А у меня так и было в прошлый раз. У меня стрим был. Открываю кейс, пока не выпадет нож. 33-го кейса выпал нож. Я пройду. Я пойду дальше смотреть на 33-го кейса. Давай. Давай, потом расскажешь, как там люди разводят. Чтобы ты не попался? Не. Ладно, ребята, давай, как вы думаете, это мана копится или что это? А будут еще напы? Сегодня, наверное, нет. Блин, хочу перчи! Вау, мы таджики, что, спасибо донатик? Огромное. А понял? Пиццу не хочешь? Пиццу? Ой, пиццу я тоже люблю. Это тема. Не, ну все-таки чикенбургер, чикенхаус, это вообще тема, кто бы что ни говорил, реально. Да, это бомба. Промо будет, да. Что-то перчаточные хреново дают, ребят. Смотрите, одна синева. Сколько нам? 2 фиолки, да, выпало? Вроде только да. Смотри, раз, два. Даже не розовый, даже не розовый. Три фиолки. Четыре фиолки всего. Слабо. Давайте решающий момент попробуем. Так, не-не-не, мужики, я чувствую, это будет потная битва. Это будет очень потная битва. Ладно, попробуем. Погнали. Мужики, спасибо огромное за лайки. Блин, ой, авик пролетел. Мне нужны перчи! Это будет реально сложно. Саша аферистов в сетях смотрит. Да блин! Это вообще какой-то прикол, а не кейс. Да. Прикол в том, что меня расстраивает, что даже розового пока еще нет. Вот, ребят, смотрите, надпись прям золотой айтем. Перчатка. На самом деле, в решающем моменте, вот даже красный скин, но они прям вообще копейки стоят. Но только М-ка. Чё, Кать? Кто-то посмеялся над аферистами в сетях? Нет, ты не так все поняла. Никто точно не смеялся. Да, да. Да. Ребят, вы же не смеялись? Всё. Ладно, живите пока. Спасибо. Ребята, а как вам такая вот плюшка? Прямо с завода, аух. Мне кажется, Саша пришла, реально ману навела. Сейчас глянем. На 400 Снял. Рублей. Ладно, погнали. Давайте так, мужики. 4444 лайка, еще 5 кейсов фастом открою. Блин, я что-то хрен его знает. Я боюсь, нам сегодня может даже 30-ки не хватить. Короче, братва, что случилось?
Все, 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 я исправился. Спасибо, ребят, за помощь. Что произошло? Мы открыли кейсы на первые 10 тысяч рублей. Вот что выпало. На первую десятку пока что не выпало ничего, поэтому мы сейчас продолжаем. Я закинул еще 10 тысяч рублей и полетели. Пожелайте, ты нам должен 5 випов. Да-да-да-да-да. Ща-ща. Все, полетели. Я очень надеюсь, что у нас сегодня все получится. Братва, огромная просьба. У нас было на стриме 4500 лайков. Пожалуйста, завезите лосей. Все лайки, ребята, пропали. Тот стрим удалился. Это невозможно. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Особенно тот, у кого этот лайк стоял. Поставьте его, пожалуйста. Заново стой! Блин, пролетел авик. Я отвечаю, ребята. Есть, есть карма. Карма, ребята, существует. Нам сейчас выпадут перчатки за такую. А, точно, Дискорд. Алло, забыл. Забыла про вас. Ты уже выбил? Нет, перчатки не выбил, к сожалению. Вау, это что, донатик? Спасибо, Кристаллов, распишусь. На стриме людям показываешь. Я не хотел. Оно само вырвалось из моих папок. Чек не трейд. Да, я чекну, ребят. Попозже. Мне не стыдно, мне очень стыдно. Мне невероятно стыдно. Покажи тапки Наруто. Ой, ребят, давайте тапки Наруто за 2222 лайка вам покажу. Посмотрите их в ТикТоке. Ну или так, да. А может быть наоборот. Не хочу, стыдно. Не хочу. Это же понтовато, скажем так. Но у меня 500 000 просмотров на одном ТикТоке. Не, мы сейчас перегоним. Меня? Да, ребята, опять писюны закидывают, я балдею. Промо на фейл будет, да. Мне прямо кажется, сейчас гейм писюнами нас закидывает. Ну пока дроп такой. Синими такими. Ребята, назвал бы я этот дроп хуё. Мне кажется, я бы не прогадал. Перчи выпали? Пока нет. 20 тысяч рублей я зарядил, пока нет. Фиолка. Но мне кажется, есть шанс, ребят. Привет, Варенин. Да какие 5 випов, Турис? За что я вам должен 5 випов? Ой, бля. Нахлей. Сейчас, погодите. Прям фигня какая-то в кейсах. Ой. Так, давай еще раз. Одна синька. Да, что-то Габен на меня обиделся, походу. Ладно, посмотрим. Ладно, насчет випов я, ребят, подумаю, гляну, сколько открыть. Давайте так, если мне сегодня выпадут перчатки, настроение у меня сразу будет отменное. И тогда можно будет подумать насчет ваших випов. Как дела? Дела были бы просто охренительны, если бы стрим мне пришлось перезапускать. Так, подождите, давайте, знаете, что я сделал? У меня есть еще 10 перчаточных. Давайте я их дооткрываю и куплю еще. Братва, огромная просьба, смотрите, вас на стриме 2600. Так как мне пришлось перезапускать стрим, все лайки слетели. Погнали, давайте, вы мне круто, и я вам круто. Погнали, добиваем 2700 лайков на стриме. Я открываю 7 кейсов фастом. 7 кейсов фастом открываю. Сейчас 2000, вас на стриме 2700. Добиваем 2700 лайков, 7 кейсов фастом я открываю. Мне кажется, офигенный уговор. Здорово, ребята. Что со стримом было? Ко мне кинул заявку чел с писюном на аватарке. Мне очень срочно пришлось вырубить стрим. Иначе бы произошел бан. Прошу, передай привет. Привет, братишка. Здорово. Это все из-за крафта под фаину. Из-за крафта под фаину что именно? А, не долетело. А вообще, если открывать перчаточный, что тут? Ну, здесь, смотрите, здесь прикольная муха. В перчаточном сами по себе перчатки очень крутые лежат. Типа вау, ради этого и крутят. Что, донатик? Кристаллов, сейчас давай распишусь. Брат. Мне почему-то кажется, выбить перчи, это, ну не знаю, но это раза в два сложнее, чем нож. Кирилл, у тебя закрыта стена, я не могу тебе расписаться. Открой стену, я распишусь. Вау, это спасибо. Что, донатик? Спасибо, Скутер Макс. Тоже сейчас распишусь. Так, давай, знаешь как? Хоп. Одна фигня. Будешь открывать гидру? Гидра дорогая, дядь, и в гидре перчатки дешевые. Мне в гидре перчи не очень нравится. Поэтому так. Промик на фейл, ребята, когда на сам фейл полетим. Поэтому ожидайте. Я готов, Габен, потратить 30 тысяч рублей. Но, пожалуйста, выдай мне перчатки. О, эмка! Хотя бы такая. Ребята, эмка, взгляд в прошлое, понял. Давайте, знаете как? Давайте так. Хоп! Розовые! Не, есть шансы. Сегодня есть шансы. Сегодня есть шансы. Ладно, ребят, набили лайки, тогда смотрите.
Как вам вот такие вот тапочки, мужики? Балдеж? Пулеметные? Не-не-не, эти тапочки это просто бомба. Просто бомба, ребят. Ладно, давайте последний перчаточный и пойдем еще закупать. Ой, ребята, Габен мне должен. Габен мне должен реально... Ну хотя бы что-то! Хотя бы что-то за мои муки и страдания. Погнали еще кейс закупать. Так, решающий. Решающий. Момент. Погнали, 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 погнали. Так, давайте решающих я закуплю. А погнали прям сразу 50. Давайте. А, ну давай. Прям 50 затарим, чтобы они у нас были. И попробуем прям только их, наверное, крутить. Рили балдеж, ну да. Кстати, ребята, всем, кто недавно подошел на стрим или вернулся, привет. Спасибо огромное за то, что ставите лайки. Пришлось перезапустить стрим. Спасибо за то, что вы... Спасибо за то, что вы вернули лайки. Ребята, я стал тиктокером. Подпишитесь на мой тикток. Хотите, я вам прям напишу название моего тиктока? Ща, ребят. Я вам сейчас напишу мой тикток. Подпишитесь на мой тикток, ребята. Давайте тик. Тикток. Ребята. Ребят, подпишитесь на мой тикток. По-братски. Ребят, я вам написал мой тикток. Пожалуйста. Вот, давайте я сюда закину. Подпишитесь на мой тикток, ребята. Сверху справа видите мой тикток. Каждый, кто подпишется, спасибо вам огромное. У меня место. У меня, походу, место в инвенте закончилось, мужики. Ладно, сейчас освободим по фастичу. Привет, привет. Не-не-не-не-не, ребят, тикток не говно. Я там миллион подписчиков скоро апну. Все офигеют от жизни. Офигеете просто. Так, погнали. У меня... Я что-то, походу, забыл. Я, походу, забыл, ребята, что у меня место в инвентаре ограничено. Ёханый бабоханый. Блин, и падает тоже. Так, давай фастом. Давай фастом вот эти вот три кейса открою. Смотри, первый. Мне дропчик что-то вообще не нравится. Второй. Одна синька, смотри. И давай третий. Оп. Розовая падает. Ну, типа, без проблем. Прямо с завода механа пушка оказывается. Блин, ну мне недостаточно. Сейчас, погоди, освободим. Смотри, ребята, фаст-контрактики погнали сделаем. Я что-то забыл, что у меня очень-очень мало места. Ребят, да, у меня уже в ТикТоке 5000 подписчиков. Я только вчера создал ТикТок. Ребята, подпишитесь на мой ТикТок, пожалуйста. Так, сейчас мы сделаем. И еще подпишитесь на ТикТок Саши и Кекса, я на них тоже подписан. А на мой. И на Брилла, и на Дениса ТикТок, на всех. Все, поехали. Сейчас вот это вот я уберу. Мне чисто надо немножечко прям инвент освободить. И будет пумба. Погнали. Падает говно какое-то, конечно. Вообще пофиг. Мне в принципе не важно. Прикольно. Это да. Так, погнали. Блин, ребят, ну я реально расстроюсь сегодня без перчаток. Все, полетели. Это самое крутое выпало, то, что я подсказал. Да, вот этот авик, сатрек. Сатрек авик, да, только самый крутой был. Ладно, погнали. Ой, ребят, надеюсь, получится. Привет. Привет, мужики, здорово. Ну, Габен, ну дай перчатки. Спасибо, ребят, за 2500 лайков от души. Трейд. Ладно, давайте гляну сейчас трейд после этого кейса. Одни вот эти алохи падают. Только алохи и падают. Я балдею, ребят. Это просто забей. Это просто забей. Сейчас, ладно, чекаем трейд и погнали. Короче, после этого я тогда закину еще. И если не выпадет, то это пауза. О! Мурдимейн, спасибо огромное, дядь. Ребята, нам ультра кейс скинули. И решающий, и расколотую. Спасибо тебе огромное, братан. Сейчас откроем. Сейчас, ребят, скелетный выбьем, зырьте. Так, ну и в принципе все. Больше особо ничего. Ребята, те, кто просят роспись, я могу ее оставить, но только после стрима я всю эту тему буду. Бобик! Призма вторые, спасибо огромное. Розыгрыш идет, ребят, в группе ВК, чекайте. На всех подписался. Спасибо, ребята. Все подписываемся на мой ТикТок. Знаете, сколько у меня ТикТок уже набрал просмотров? И на мой. Сейчас скажу. 117 тысяч, прикинь. Ну ты хайпмен. Хайплю, смотри. Хайпмен. 1600.
5500 подписчиков у меня в ТикТоке. Можно мне так бахнуть? Ребята, подпишитесь еще на... Можно хотя бы тысячу хотя бы. На всех подписывайтесь. Все, поехали продолжать открывать. Что-то выпало? Пока только розовые. Розовые падают, но особо ничего больше. Нужны перчатки. Очень срочно, ребят, нужны перчатки. Давайте так, братва, смотрите. 3100 зрителей, 2600 лайков. 3к лайков добивайте. Можно 10. Можно 10 фастом открыть. У нас еще будут кейсы. Слушайте, а давайте, знаете, что я сделаю? Пока вы там набиваете, я открою две призмы и расколотую. Без проблем, дядь, без проблем. После стрима черкану. Я думаю, мужики, интересно. 300 лайков не хватает, братва. 300 лайков, если завезете, открою 10 кейсов фастом. Десятку. Мне кажется, будет прикольно. А пока давайте два призма вторых и одну расколотую. Сейчас будут перчи. А прикиньте, сейчас выпадут ножи, но перчи так и не выпадут. Я балдею. Так, понял. Статрек пулемет. Так, давай вторую призму и потом расколотую. Ребята, меньше 200 лосей не хватает. Там кекс-бомбу заложил в унитаз. Да, так и живу, ребята, с бомбой постоянной. Ладно, все внимание на расколотую сеть. Вот это, этот кейс сейчас пипец сколько стоит. Поэтому ожидаем. Вау, это что, донатик? Подпишись в ВК. Хорошо, Кен. Спасибо, блять, хорошо. Да! Нормально! Плюс муха. Но это недорогая муха. Ну, слава богу, хотя бы что-то. А то если бы была бы синева, вообще фигня была. 227 рублей, нормально. Ребята, 2800 лайков. 2800 лайков. Напоминаю, набираете 3000, 10 кейсов фастом открываю. Когда итоги розыгрыша. В конце стрима, дядь, в конце стрима. Выбил перчи, пока что нет. Ну, я так надеюсь, что они сегодня выпадут. Есть шансы, ребят. Прям есть. Прям очень хорошие. А что случилось? У меня, ребята, у меня на стриме писька вылезла чья-то. И мне пришлось перезапускать. Нашел негодяя, не? Нет, негодяя, к сожалению, не найти было. Ладно, мужики. 2900, погнали. 10 кейсов фастом полетели. Первый. Говно. Второй. Говно. Третий. Одно говно! Четвертый. Ребята, это забей. Одна синева, приколите. Одна! Попробуй один посередине медленно. Пятый. Один посередине? Ну, один вот сейчас медленно открой. Один, да, по приколу. Ну, ну, после полевок, ну так. Ладно, ну, продолжаем. Извините, меня уже хоть что-то. Мне так нужны перчи. Я уже 20-ку потратил. Ребята, 20 тысяч рублей, 100 кейсов я уже открыл. Вау, это что, донатик? Спасибо огромное, дядя. Зато у тебя есть статрек, пп, морти. Да. Дядя, там не было, ну давай распишусь без проблем. Ща, мужик. Все, расписался. Спасибо огромное. Последний кейс давайте, ребят, фастом. Один черный песок мне падает. Как будто в этом кейсе, кроме черного песка, ничего нет. Последние! Ребята, я закидываю последние 10 тысяч рублей. Ластовые. Ласт 10 тысяч рублей на сегодня. Если не падает, ой, у нас проблемы. У нас будут проблемы, реально. Последние 10 тысяч рублей закидываю. 30 тысяч рублей я уже потратил. 30 тысяч. Сейчас поменяю. Ребята, я потратил 30 тысяч рублей. Посчитайте сами, сколько, ну, сколько это кейсов считать. Это чуть больше 150. Много. Да, это много. Ты идешь 2 на 2 с подписчиком? Я уже играл, дядь. Так, погнали. Давай еще 50 закуплю. Ребят, пожалуйста. Пожалуйста, поболтайте с Габеном. Поговорите с ним, перетрите. Пожалуйста, не поможет, Данил. Нет, поможет, поможет. Поможет, поможет. Вот сейчас увидишь. Так, надо опять. У меня опять место кончилось. Мари, ребята. Сейчас я немножечко освобожу. Вот это говно опять я законтракчу. Ребята, всем, кто подошел, не забывайте. Лайк и подписка, она очень сильно мне поможет. Сейчас, ну буквально сколько? Давайте 4 контракта сделаю, у меня фулл место освободится. Давай вот так. Но это последний, ребят. Это последний наш заход. Если оно сейчас не залетает, то это будет очень плохо. Это будет очень плохо. Но 30-ку жалко. 500 баксов, чисто минус. О, плюс лунная. Заметьте, мне вообще лунная ночь со звездочкой не падает. Прям вообще забей. Данила, а что, курс сейчас 60?
Ну я округлю. А. Все, у вас контракты полетели. Все, let's go затаривать. Погнали. Промо на пейл был? Нет, пока что еще не было. Пока что не было, ребят. Скоро будет. Так, ну падают фиолки. Фиолки есть. Но это хорошо. Еще бы падать. Хотя бы одно красное, если упадет. Все. Это значит то, что есть надежда на перс. Смотри, фиолки летят. Юмпик, пулик. Ну типа пофиг то, что фигня. В любом случае, ну что-то есть. Есть сегодня какой-то шанс. Габен, ну да, блин, красное прилетело. Как Габена раскочегарить, я вообще не понимаю. Так, давайте вот эти последние два фастом. Смотри, еще один глоб. Ну смотри, реально одна фиолка. Давай еще раз. И черный песок по традиции. Ладно, полетели, мужики. Погнали. Так, у меня на балансе остается 11 тысяч рублей. Вау, 11к. Это что, донатик? Спасибо, Серега. Дядь, да мне бы любые выбить. Мне бы любые выбить. Это было бы офигенно. Перчи выпили? Нет, 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 перчи не выпали еще. Любые перчатки было бы здорово. А прикиньте, нас Габен мучает для того, чтобы дать просто мега годные. Пацаны, вот напишите чат, как вы думаете, какие перчатки это прям самый топ? Фиолетовые, розовые, я даже не знаю, а я даже не помню, какие из решающего падают. По-моему, из решающего ящик Пандоры фиолетовые падают. Мята, ну не-не-не, мята, это не прям пумба. Вайс, я думаю, порог и ящик Пандоры. Вот ящик топ. Пандоры топ. Ну вот я и говорю, по-моему, да, ящик Пандоры из решающего и падают. Градиент. Но градиенты, они не такие крутые. Я бы хотел ящик Пандоры реально вернуть. Это был бы топчик. Смотри, одна синька, забей. Ладно, погнали. Не сдаемся. Главное не сдаваться, ребят. Спасибо вау, огромное, Максим. Это что, донатик? Спасибо, Макс. Спасибо огромное. Спасибо, мужик. Спасибо, Максик. Ну лайк, это правда. Мне типа больше ничего и не надо, реально. Не-не-не, дядь, это для кекса колпак был. Спасибо, Макс, большое. Смотри, розовые пролетают, фиолки пролетают. Давай три фастом. Попробуем. Говно. Говно. Ой, пацаны, мне вообще Габен войну объявляет! Смотрите, это забей! Начинается. Да. Лудомания. Завтра второй заход. Завтра 50 тысяч рублей на кону. Не-не-не, Габен зря эту войну устроил, я вам серьезно говорю. Габенчик очень зря это сделал. Одни перчатки. Вот просто одни перчатки мне дать, все, я сразу успокоюсь. Че вот это он устроил тут? Мари! Черный песок свой нубский мне дает постоянно. Не-не-не-не-не-не, ребят, Габен что-то реально зря устроил. Мужики, 3333 лайка, заберите, пожалуйста. На ПЛ полетим. Да как обычно, сразу же после фаздропчика, я думаю. Ты, вот. Даня, сколько ждал, когда тебе первые перчи с кейса выпали? Два года? Я не помню, сколько. Я их не так часто открывал там. Но в любом случае, очень долго. Решающий момент ты часто открывал, и перчаточный тоже. Часто, но немного. Ну да. Ну, тем не менее, 2,5 года. Не-не-не, сейчас второй заход мне точно не должен 2,5 года идти. Ребята. Черный песок. Где грот? О. Поношенный. Блин, еще и розовая. Ну, типа, вроде падает, вроде прикольно, но какое-то поношенное. Что-то вот непонятное, блин. Мария. Ну не-не-не, мужики, дроп есть. Дроп есть. Ты, кстати, с фиолки же можешь контракт мучить. Да не, мне это нафиг не надо. Ну так, нафиг. Ну смотрите, это что за дюб? Как это? Я балдею. Следующий статрик опять будет Максим. Понт, понт, понт. Так, еще затариваем. Гей понтуется, что отнял у тебя деньги. Нет, реально он на понтах. Так, еще сорокет затариваю. Блин, ребята, это какой-то троллинг получается. Кстати, ребята, не забываем подписываться. Я вчера создал ТикТок! Вау! Я теперь тиктокер полноценный, ребята. У меня уже 120 тысяч просмотров набрал ТикТок. Это полная бомба. Все подписываемся на мой ТикТок. Вот, вот, ребята. Вот ник в ТикТоке у меня. Вау!
все подписываемся на мой ТикТок. Обязательно. Я вчера... У меня уже 5700 подписчиков. Спасибо, ребят, всем огромное. 120 тысяч просмотров набрал мой ТикТок. Вау! Я ТикТокер. Я ТикТокер. Полный. Ладно, полетели. Еще 40 штук я затарил. Блин, ребята, если и сейчас облом, это прям очень печально. Так, два контракта мне буквально надо сделать, окей. Погнали. Погнали. Раз. И два сразу же. Ой, у меня контра зависла! Понял. Не дает гейп тебе. Ничего не дают делать. Без шансов. Даже понтоваться не дает. Гейп меня просто уничтожает. Я не знаю, что я ему сделал. Все равно не хватает места! Запарил он меня. Запарил, ребята, этот габен меня уже. А что ты эти контейнеры не купишь? А у меня они есть, в них очень долго складывать. Они пока загрузятся. А потом вытаскивать. Типа это все равно синька ничего не стоит толком. Поэтому ее можно и закрафтить по фасту. Вот так, оп. Вообще ни одного глока со звездочкой. Все, ладно, теперь точно должно хватать. Все, полетели ребзи. Все, да, найс. Слушайте, братва, но мне хватает еще на... Ровно на 40 кейсов. Если сейчас мне не падает, это все. Это поражение. Это просто поражение, ребят. Смотри, МП9 опять. Вау, это что, донатик? Давай еще раз. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, у меня есть такое приложение. Вы открываете 10 кейсов с конца. Если вам падает красное, вы в данный момент открываете быстро кейсы с самого начала. Пожелаю удачи. Давай, с конца буду открывать, погнали. Дэдди Дэн, спасибо за рейд, привет. Тебе и пацанам привет. Напоминаю тактику. Когда связи последний ключ, открываешь последний кейс. Я так только что и сделал. Тактика накрылась медным тазом. Ничего не понял. Это последний ключ. Если этот один ключ такой красивый остался. Вот тогда тактика, это работает. Тактика накроется в не 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 Тактика не работает, ребята. Сдулась. Сдулась тактика. Можно опять чат поспрашивать, что да как у них по вариантам. А я уже думаю просто прям на таран. Ну просто фигачить и фигачить, и будь что будет. Если сегодня не падает, значит завтра точно надо добивать. Твич будет? Сегодня нет, Газан. Привет, сегодня нет. Не-не-не, да габен прям вредничает. Чё? Вопрос, говорю, есть. Что ты скажешь о донатах на прошлом стриме? Ничего не скажу, я хочу забыть. Это все твое детище, Данила. Твое детище. Все, у меня все. У меня истерика. Поехала кукуха. Кукуха, да, реально улетела. Габен. Все, ребята, вы меня не остановите. Остановись. Ребята, F чат, пожалуйста, за Данила, потому что все, мы его потеряли конкретно. F чат просто. Видите, у него трясет все. Где? Последний ключ, последний кейс. Последний ключ, последний кейс. Когда останется последний ключ? Когда останется? Сейчас не надо ее избивать. Мы его теряем, называется. Оксидное пламя. Опахный я. Не-не-не-не, Габен, ты урод? Или... Да! Ребята, это ГГ! 0! 30 тысяч рублей! Капец! Что это? Это прикол, ребята, называется. Это какой-то... Это бонд. Ребята, это видеомем. Это видеомем. Видео ржомба от Габена. Все, деньги кончаются, мужики, это забей. На 18 мне хватает. Я уничтожу завтра Гейба. Завтра Гейб будет уничтожен, походу. Все, открываем все медленно. И будь что будет. И будь ты что будет. Ты уже придумал, на каких кейсах ты его уничтожишь? На тех же самых. Ужас. Погнали. Ребята, Габен реально какой-то нубасина. Габен какой-то полный нуб. Ты посмотри, что он мне дает. Стой, ну хотя бы ты... Ну хоть статрек. Бонд. У меня винстрик из этого говна уже. Это забей! Что я сделал этому Габену? Да подтопал. Понтуешься много, вот тут мне понт отдает. Что это за дроп, ребят? Что это за дроп? Дроп! Ну дай ты на последних, ну, перчатки!
Ребята, это провал. Это по... Это такое дроп! Мне вообще не пумба! Это какой-то Тимон, ребят. Тотально. Посмотри, это вообще... Это нубство. Это фон, ребят. Может быть, реально Гейб мне завидует, что я человек-рек? О, фиолка, опять рыболев. Вау! Не-не-не, ребзики. 30 тысяч рублей в никуда. Вообще в никуда. Мне даже ни одного красного не выпало, приколите. Ноль. Ой-ой-ой-ой-ой. И даже ни одного глока со звездочкой. Просто троллинг. Но тупо троллинг. Я балдею. Открой пятый ключ, седьмой кейс. Сейчас попробую. Да юспик, да! Ой, падла. Так, ладно, так, пятый. Денис Мастер, сейчас посмотрим. Да, смотрим. Практиками. Зырим, ребят, глаза пузырим. Ну не, мне такой дроп. Лайк. Денис вышел со стрима. Да, Денис, ну у тебя и хватка, конечно. Давай фастом. Пацаны. Это мы. Вы видите, вот я показываю, сколько денег просрано. Вау, это что, донатик? Спасибо, Света. Много. Что можно купить на 3 царик, ребят? Можно купить... Сколько хавки можно купить на 30 тысяч? На 30 тысяч, кстати, можно купить нормальный телефон. Ну да, кстати. Машину можно купить. Ну да. Машину ты переборщил. Машины хватит на месяц такой. Ну машина. Мне такая машина нужна. Да, а телефон реально можно купить. На 30 тысяч люди 2 месяца живут. Это я сегодня зарплату уничтожил чью-то. Вернее, не я, а Гейб. А ты ее просто всунула туда, в машинку вот эту вот, которая режет бумагу. Шредер называется. 2 ключа, ребята, у меня осталось. 2. Да, последний ключ, последний кейс. Красная, розовая пролетела, бля! Ну что было бы, если бы был пон? Ну все, ребят, это последнее, это все? Это полное, опять красная! Не, Габен, падла. Ты дразнит. Такой. Данила, я знаю, где еще есть. Есть еще один Габен, который постоянно бегает. Я к нему сейчас и пойду. Я пока замучусь. Что ж его? Короче, мужики, сегодня 30 тысяч рублей потрачено. Завтра! Я всех жду на стриме в 2. Завтра в 21.30 стрим. Можете прям будильники себе завести. Завтра в 21.30 стрим. Завтра вторая часть. Завтра продолжение. Завтра мы делаем все то же самое, но завтра у нас бюджет 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей наш завтрашний бюджет. Я всех жду завтра. Завтра мы добиваем перчатки. Если мне и завтра не выпадут, я не знаю. Тогда Габен просто, я не знаю, это сволочь. Так, ладно, не расстраивайся.